да иди на переговоры ко мне. У нас неприятность. Петля перестала пилить у Володи. А он мне уже несколько раз говорил. У нас ни одного столба нету. Полтора часа ты не смог бы подарить нам? Это не сваи, а потолще. Прямо здесь напилить, а потом бы мы привезли. И мы уже все сваи были, которые пустили на столбы. Ни одного столба нету. Ну и что? Ну а что? Вам какая срочность? У меня срочность, потому что солнце. Понятно. Мне фундамент надо заливать, понимаете? У меня все горит. Дождь все, пойдет, я ничего. Все, понятно. А вам какие столбы надо? Вы никак... отдыхайте себе, ходите, снимайте, все. А как потом их, сделаем. Как я их сниму-то, когда нету? Пила-то не работает. Ты в вечернее. Я их упрашиваю, чтобы пока. Ну, да что посмотри. Что? Она когда остывает, заводится, все нормально, работает. Потом нагревается и все. Я да думаю, она не успевает нагреваться. Три реза сделал, только нагревается. Три. Четвертая уже стала. Какая-то нагревка-то. Совсем никак. Ну, только зашли. Даже два сучка отпилил, третий сучок задохнулась уже. Сучки. Ну, это кулак толщиной всего. Скажу, пила дешевая китайская. Понимаете? Дареному коню зубы. Понятно. Дареная, слава богу. Она стоит 4 там с чем-то, 4700, а вот это у меня стоит 25 или 27 тысяч. Есть разница? Конечно. Понимаете? То есть это качество, это как Запорожец и Мерседес. Так, так теперь нам что нужно? Запорожец ждать? Был у Глушкова-то, был? Да. Вы видели, как он на нем ездил? Вот это то же самое, это пример. Ну и это теперь что, ты сказал о погоде хорошей, это правильно. Нам нужно дать погоду дождливую, тогда... Ну, пока надо хватать, это неделя, по-моему, там, она уже заканчивается. Ну ладно. Поэтому надо желательно залить мне, а потом уже... Ребятами-то воспользуйся. Так а ты фундамент это под чего размерил? Под дом. Да какой это дом у тебя? Ширина? Маленький такой. Маленький? Да. Сколько на сколько? Ну, фактически будет 9 на 6. Ну, хороший дом. Ну, там как бы у меня... Это не фундамент, внутри дома, я имею в виду внутри дома это, да? Да у меня фундамент освайный. То есть там, ну, такой... Выбрал я мой вариант экономичный, потому что а какой? Дом будет деревянный, он не будет тяжелым. И на сваях он будет стоять. То есть не цельный не, фундамент. Не сплошной. Не сплошной. В интернете много видео я смотрел. Но это когда почва не тронута, ты смотри, а то бывает... Я глубоко пускаю, я там постараюсь на 1,70 м достичь. А то бывает, чтобы Игорь не поставил, не посмотрел, а там старый дом стоял. И сейчас дом лопается, движется в другую сторону. До точки промерзания, то есть надо уйти за нее. Если не будет промерзать, тогда он будет, не будет его перекашивать, выдавливать. Ну, чтобы не перекашивало, ну, специалисты для этого, говорят, для этого я... надо песчаную подушку только, больше песчаную, ничего. Песчаную, ну и чуть-чуть, немножко я просил у вас две тележки этого. А да. Там сколько чуть-чуть на дно? Ладно. Значит, как только будет это, дождь, так опять. Да, вы займите чем-то другим. Да, можно будет, да. Так молиться о какой погоде? Ну-ка давай посмотрим, что он тут... выдумывал. Интернет все тут помогает. Вот арматура заколотил. Вот это я под печь. Отдельно фундамент. Ну, как бы, а это что фундамент? Под печь? Под печь. Ну я у вас там спрашивал, ну как бы я с нашего разговора пятиминутного пользу такой, такие извлек. А что так неровно? Это один край выше, другой ниже. Да потому что почва такая. То есть. А? Почва такая. Но там зальется, оно будет ровно. Нет, надо ровно. Ты, у тебя уровень-то есть? Конечно, есть. Старайся по я уровню пока делать. На глаз взял. Так почва, видите, какая здесь? Вот такая. Волнистая. Неважно, ты там прочно, точно сделай. Ну, кверху, на дне, да. По уровню точно. Ну, потом же там... Хоть всех... какую-то набросай арматуру. Никогда ни одну заливай. Я хочу решетку сварить туда. Ну, да. О. Решетку, это не пожалеешь тогда, это того стоит. Ну, решетку залить, а потом сверху уже я буду, то есть, кирпичами гнать, блоками дальше, то есть. Понятно. Под уровень. Так из чего дом-то будет? Деревянного бруса. Из бруса. На брус-то можно одному поднимать, никакого Леши, краном там это. Ну, в принципе, да, можно. Из бруса, вот у Жени из бруса. Да у всех почти здесь из бруса. Вон он из бруса, прямо видно, вон у этой, у Неонила. У Виктора. Здесь, в этот дом с бруса. То есть, да, это все да. Из бруса. Ну, раньше это делали не из бруса, а из бревен. Вон тебе видно, нет, он лесополоса, а рядом столб стоит. Вижу. Это высокая, за ней дорога метров 10 всего-то, может быть, 20. И вот напротив вот этой вот тополя туда вывести туда, там мы сейчас поставили знак Потеряевка. Ну, я понял. Ладно.
пойду. Ну ладно тогда. Ничего не получилось у меня. И он прав. А с этими пнями он что думает делать? Не знаю, он некоторые выпиливал уже. Может, удалять будет. Как его выпилить? Вот, у него... Вот. Один он выпилил, вот. Понятно. У него толщина-то больше метра. Да. Какие топоры они набрали, колонны, глянь. Володя, не подходи близко! По голове ударит, даже не копнешься, сразу умрешь. Сережа, он напротив. Подожди выкатить, ну не играй ты, опасный человек. А чего вы в кучу сбились-то? Ну выкати подальше маленько, в сторонку, от него отойди, от беды подальше. Мне? Да. Отодвинь вон туда этот топор, туда. Тебе все равно кидать. Вон. Ну что же тут такое-то? Что-то отлетел, не задумал, а тут тяпнет по башке-то. Да. Роман песок привез, глину. Не вижу даже где, видать, не видать.